Ты знаешь, только тебе могу рассказать. Я прям боюсь говорить уже об этом, знаешь? Такая вещь, понимаешь? Я уже думаю, что со мной что-то не так. Я уже думаю, что-то со мной не в порядке. Ну, понимаешь, сначала я просто стала замечать, что везде помойки. Что вот идешь во дворе, у нас помойку поставили прямо вот по дорожке, знаешь, от парковки до подъезда. Прямо мимо помойки нельзя не пройти. Я подумала, ну фу, как они противно это сделали. Помойка это воняет. И они поставили, знаешь, мусорка там переваливается все, что-то они вывозят редко. И идешь там, у нас вроде подъезд такой, знаешь, хороший. И дом хороший. А вокруг там собачьи какашки. Я даже наступила один раз. Фу, потом туфли отмывала. Не знаю, развели собак, везде ходят. Не убирают за своими собаками. Прямо они какие-то как будто... Ну, конечно, невоспитанные, понятное дело. Не Европа тебе, но все-таки. Вот когда ведут штрафы за собачьи какашки неубранные, вот тогда они будут убирать. Ну и вообще, знаешь... Как будто со мной что-то не так. Понимаешь? Ну, везде воняет. Даже вчера дома спать ложусь, воняет скунсом. Ну какой здесь скунс? Здесь вообще скунсов нет. Ну не могу, у меня так запах этот скунса прямо в носу стоит. Я своему говорю, ты чувствуешь? Он такой, чего? Ему не воняет, понимаешь? Я детей спрашиваю, есть запах какой-нибудь? Они такие, нет, все хорошо. Мне воняет, понимаешь? Ну, скунс. Ну, как будто вот, не знаю, паленые резины. Прямо вот, знаешь, вдохнуть боюсь. Но... Как будто у меня в носу этот скунс. И ты знаешь, вот везде воняет. Прям, ну, странная история какая-то. Я удивляюсь, что произошло. Может, со мной что-то не... Может, это у меня в носу что-то не так? Я прям стесняюсь сказать, ну, правда. Еда даже, знаешь, вот сама готовила. Вот я все время так готовлю. И так подносишь, когда... кусочек ко рту, и он пахнет так противно. Бывает. Но не всегда, но бывает. И невкусно. Ну, я не знаю. Мне кажется, у меня что-то с рецепторами случилось. Что-то у меня с носом, что ли. Вообще с рецепторами. Я не знаю. Как ты думаешь? Я Вере тут сказала, знаешь, ну, тоже я так... Я спросила просто. Ну, она там всякая... Знает там, начитанная. Я ей рассказала, спросила ее совета. А она, знаешь, что мне ответила? Вообще. Она говорит, а у тебя есть кто-то? Я говорю, кто есть? Ты что, я замужем? Она такая. Ну, а был кто-то? Не, ну какая связь? Ну, мало ли что было. Ну, было, было. Ну, у кого не было, слушай, ну, у кого что не было? Ну, мало ли что было. Ну, все, что было, то прошло. Ну, какая разница? Я вообще в молодости была... Не могу сказать, что сейчас в старости, но... Ну, я как-то так стараюсь соответствовать. Ну, и потом, он такой хороший, не хочу его ничем обижать. Да вообще у нас все хорошо. У меня сейчас есть, никого у меня нету. Ну, что был, то был. А она, понимаешь, какая связь? Я говорю, у меня с носом что-то. Она говорит, у тебя был кто-нибудь? Ну, конечно. И что ты думаешь, она мне сказала? Не, ну вообще она странная. Она вообще очень странная. Она говорит, знаешь, это связано. Я говорю, ты чё? Ну как связано-то? А она говорит, прикинь,
Она говорит, ну, когда ты мужа изменяешь, ты же в глубине души чувствуешь, что тебе противно. Ну, что это нехорошо, что это противно. И она говорит, а потом у тебя с рецепторами что-то происходит. Прикинь. Я вообще не понимаю, какая связь. Тут и там, слушай, это разные места вообще. Я не поняла. Ну, понимаешь, воняет. К врачу, что ли, пойти? Не знаю, нос проверить. Чё проверять, непонятно. Нос. А ты как думаешь?